Инклюзивная детская площадка по адресу улица Канатная, 101, функционирует уже больше месяца. Игровое пространство адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Депутат городского совета Ольга Квасницкая, одна из создателей безбарьерной площадки для детей Одессы, напомнила родителям о правилах безопасности в игровой зоне. Идея создания этой детской площадки появилась около года назад, когда владельцы торгового центра на Средней Фонтанской снесли детский комплекс ради расширения парковки. Реализация проекта, на который ушло 790 тысяч гривен, финансировалась горсоветом за счет депутатских фондов. Сейчас для малышей на площади 460 квадратных метров функционирует безбарьерная игровая зона. Здесь можно покататься на специальных качелях или поиграть в деревянном детском городке. По территории площадки легко проедет коляска. Для родителей на площадке размещены правила безопасности, которым необходимо строго следовать. Депутат Ольга Квасницкая напомнила, как нужно использовать качели-ковш. Правило безопасности следующее, что в эту качелю, в этот ковш нужно слазить обязательно с ножками. И кто-то рядом должен раскачивать эту качелю. И слазить нужно с этого ковша, только когда качель останавливается, потому что вы видите, что ее объемы достаточно большие. Соблюдение правил безопасности касается не только качели и ковша. Нужно внимательно следить за ребенком все время, чтобы он случайно не травмировался. Любые предметы, которые здесь находятся, они имеют определенные правила использования. Как даже безобидная качеля, вот такая вот, вы видите, где ребеночек стоит и пытается, ну, с двух сторон они могут садиться, да, и качаться, можно удариться губками, потому что бросить эту качелю, и ребенок разобьет себе губу. Как, в общем-то, и многие мы тоже в детстве это делали, разбивали губу себе. Поэтому здесь важно, чтобы родитель стоял рядом и контролировал ситуацию, как используется та или иная качель. Родители в целом довольны площадкой и считают ее достаточно современной и безопасной. Главное не забывать о правилах безопасности, ведь к опасности часто приводят не предметы на площадке, а банальная невнимательность или пренебрежение правилами пользования площадкой. Для детей всех возрастов, я считаю, и для малышей, и даже для школьников. Видно, дети рады тут резвятся, играют и родителям хорошо. Очень продуманная площадка, совсем не опасна. Очень нравится. Мне очень нравится площадка, мы довольны все, потому что, вы знаете, да, после того, как закрыли площадку там возле торгового, ну, в районе торгового центра, детям вообще негде было гулять. Поэтому мы очень довольны. Нам тут близко пройти от дома на детскую площадку. Ребенку тоже нравится и лазанки вот эти вот, и качели. Подобные площадки, где дети с инвалидностью могут играть вместе с другими малышами и быстрее социализироваться, находятся на Соборной площади и на улице Левитана, 101А.